Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Peugeot. Ну что, повреждения такие: заднее крыло, задняя дверь, немного передняя, крышка багажника там немного, ну и бампер. Итак, разобрали машину, и первым делом я буду вытягивать крыло. Ну что, крыло вытянул, теперь удаляю его, весь поврежденный металл. Ну что, крыло удалил, теперь вытягиваю по кругу все остальное. Ну что, сзади я как бы все вытащил, теперь измеряю среднюю стойку, как бы мне кажется, что она вдавлена, и затем, так как без стенда, просто-напросто выдавливаю от противоположного порога. Мелочи на стойке делаю при помощи споттера. Ну что, это донора часть. Ее я и буду всовывать как-то взамен поврежденным деталям. Но сначала я удаляю еще не удаленный поврежденный металл. Затем подравниваю и потихоньку буду вваривать. Так, внутреннюю часть арки я приварил, и сейчас примеряю само крыло. Ставлю его на саморезы и смотрю, где надо чего подтянуть. Если надо, то немного подтягиваю. Устанавливаю переднюю дверь. Так, прикрутил зазор. Зазор хороший,
ровной. Ставлю вторую дверь. Установил заднюю дверь. Зазор здесь хороший. Между дверьми, между крылом двери тоже нормальный. Ну что, буду приваривать заднее крыло. Крыло прикрутил на саморезы. Еще раз проверяю зазоры. Если все хорошо, снимаю заднюю дверь и провариваю все заднее крыло. Итак, крыло приварил, швы зачистил. Теперь надо немного отравнять заднюю панель. Итак, панель отравнял, теперь я скручиваю все задние части. Итак, заднюю часть я сделал, и осталось совсем немного. Отравнять небольшое повреждение на задней двери. Делать буду при помощи споттера. Итак, последнее повреждение я отремонтировал, все собрал, и на этом работа с железом и моя работа закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена и собрана. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!